По информации МРСК «Урала», 6 июля с 10 утра до 6 вечера запланировано отключение электроснабжения в 25 населенных пунктах. Также света не будет и в части Усолья. С чем связано такое масштабное отключение, не уточняется. По всем вопросам стоит обращаться по телефону диспетчерской службы МРСК «Урала» или же в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам на экране.